Снова всем здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале. Я привезла вас в одно из красивейших мест на нашем острове. Эта деревушка называется Фишборн. И сейчас мы с вами погуляем, посмотрим на красивейшее место это и также поговорим об английских новостях. Английских новостей в месяце мае оказалось у нас довольно много. И мы с вами об этом сейчас немного посплетничаем, так я это называю. Ну и первая новость, о которой я хочу вам рассказать, это то, что 29 апреля этого года у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которому в настоящий момент 55 лет, родился внебрачный сын. Это его шестой ребенок. Борис Джонсон находился 27 лет в официальном браке с Мариной Уиллер. Они ровесники с Мариной Уиллер. И вот они родили четверых детей. Хотя, как поговаривают, что они уже с 2018 года не живут совместно. И хотя свой развод Борис Джонсон официально не оформил, но говорят, что когда он стал премьер-министром в 2019 году, он перевез на Даунинг-стрит 10 в свои апартаменты премьер-министра свою новую пассию, 32-летнюю Кэрри Симмонс, которая сейчас станет первой леди Великобритании. И тут, как шутят английские журналисты, подвинься Меган Маркл, потому что считают эту Кэрри Симмонс очень амбициозной и очень скандальной девушкой. Хотя, наверное, надо сказать тут, что они с Борисом нашли друг друга, потому что и Борис Джонсон считается тоже таким амбициозным британским политиком. И говорят, что с тех пор, как Кэрри Симмонс переехала в конце июля 2019 года на Даунинг-стрит 10, она стала первой партнершей премьер-министра Великобритании, не находящейся с ним в официальном браке, за последние 250 лет. Ну и сейчас, после рождения сына, Борис Джонсон в срочном порядке оформляет развод со своей второй женой, и они уже объявили, что они официально помолвлены, и скоро состоится их свадьба. Это будет уже третий официальный брак любвеобильного Бориса Джонсона. Первой его женой была Аллегра Мостин Оуэн, наследница миллионера-землевладельца, девушка из аристократической семьи, и она питала большие амбиции в отношении студента университета Бориса Джонсона. Но он не оправдал ее надежд, и поэтому через 6 лет, к сожалению, их брак распался. Но Борис Джонсон недолго горевал, и буквально через 12 дней после развода он женился второй раз. Его второй женой стала Марина Уиллер, которую я вам показывала уже. Она была любовницей Бориса, когда он был еще женат. И они быстро сыграли свадьбу. Но наш любвеобильный шалунишка Борис Джонсон и в браке позволял себе очень многое. У него было любовниц не перечесть. Опять же, многочисленные романы продолжались в течение всей их совместной жизни. Несмотря на то, что они родили четверых детей,
Все равно Борис Джонсон продолжал свои похождения. И говорят, что у него на стороне тоже есть целая уйма незаконнорожденных детей. Поговаривают, что их брак давно трещал по швам, и что Марина несколько раз выгоняла Бориса Джонсона, но, тем не менее, наличие детей все-таки оставляло этот брак на плаву. И, в конце концов, этот брак закончился через 26 лет совместной жизни. Ну, они уже, говорят, сейчас официально развелись совсем недавно, уже после рождения шестого сына у Бориса. Так вот, надо отдать должное, что ни Марина, ни Борис не раскрыли истинных причин своего расставания. Они лишь только официально, сухо заявили: несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы приняли обоюдное решение, что в наших интересах будет расстаться. Впоследствии мы пришли к соглашению и решили развестись. Процесс развода уже запущен, но мы остаемся как друзья и продолжаем поддерживать наши отношения, потому что у нас все же четверо совместных детей. Говорят, что несмотря ни на что, Борис Джонсон очень любит своих детей и даже написал книгу, как он боготворит и обожает своих детей. Ну, надо отдать ему должное. Здесь он, конечно, молодец. Я хотела вам найти и показать детей Бориса Джонсона, четверых его детей от второго брака. Но, к сожалению, вы знаете, я не смогла найти ни одной фотографии совместной его семьи, либо по отдельности его детей. Мне найти и вам показать не удалось, к сожалению. Вообще, о премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне ходит множество слухов. Кто-то называет его полным придурком, кто-то называет его лжецом. Но, тем не менее, Борис Джонсон смог построить свою прекрасную политическую карьеру. Как вы знаете, он был мэром Лондона поначалу, а потом в 2019 году был избран на пост премьер-министра. Ну и также можно найти очень много метких высказываний Бориса Джонсона. Я даже не знаю, как тут их комментировать, я просто вам их прочитаю. Вот что сказал Борис Джонсон по поводу Хиллари Клинтон. Он назвал ее медсестра в психушке, ни много ни мало, представляете, да? Ну а Бараку Обаму он постоянно пенял на то, что он выходец из отсталой страны Кении. А вот с президентом Дональдом Трампом Борис Джонсон нашел общий язык очень быстро. И вы знаете, если вы посмотрите в интернете, вы можете найти множество фотографий, где показывают, как похожи Дональд Трамп и Борис Джонсон. И даже ходят упорные слухи о том, что Борис Джонсон и Дональд Трамп, возможно, даже дальние родственники. Ну и вы знаете, этому, наверное, есть причины так думать, потому что Борис Джонсон – это коренной американец, и он родился в самом сердце США, в городе Нью-Йорке. У Бориса Джонсона два гражданства и два паспорта – британский и американский. Ну, а еще очень часто Борис Джонсон подчеркивал, что он русофил и что ему очень нравится
русский язык. Он даже какое-то время пытался русский язык изучать, но, наверное, в этом он не очень преуспел. И такая любовь к России и ко всему русскому тоже, наверное, легко объясняется, потому что говорят, что прабабкой по материнской линии Бориса Джонсона была дочка черкесского князя. Вообще у Бориса Джонсона, помимо русских корней, есть также и турецкие корни. Говорят, что прадед Бориса Джонсона со стороны отца, турецкий журналист Али Кемаль, был министром внутренних дел в правительстве последнего великого визиря Османской империи Ахмеда Огдая. Прадедом по матери числился известный палеограф, родившийся в одном из еврейских поселений Российской империи. Также среди предков Джонсона есть король Георг II и даже швейцарская мумия. В Базеле в 1975 году при реставрации одной из церквей обнаружили мумифицированные останки его прабабки в седьмом колене, баронессы Анны Катарины Бишоф, которая умерла в 1787 году. И после этого журналисты прозвали Бориса Джонсона родственником мумии. Вот такой премьер-министр Великобритании с 2019 года на посту. Его очень любят британские журналисты, потому что он им дает очень много материала интересного, своих любовных похождений, своих высказываний странных и вообще своего интересного поведения. Ну, а я думаю, что мы с вами будем дальше следить за карьерой и жизнью Бориса Джонсона. Возможно, что в скором времени мы увидим его свадьбу с молодой женой Кэрри Симмонс и будем наблюдать, остепенится ли 55-летний Борис Джонсон в новом своем третьем браке или он продолжит свои любовные похождения. Я думаю, что скоро мы с вами все это увидим, друзья. Ну, а на сегодня я думаю, что мое повествование для вас вам понравилось. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое о Борисе Джонсоне. И надеюсь, что наша с вами прогулка вам понравилась также. Очень красивые, великолепные места. Возможно, вы также наблюдали на экране, а не только слушали мой рассказ. И в конце своего видео я хочу также предупредить тех, кто еще не в курсе, о том, что сейчас с 6 по 9 мая включительно у нас полная луна. Она, эта полная луна, называется бешеная луна. Почему так называется? Потому что, как объясняют астрологи, луна вошла в созвездие Скорпиона, и ей там не очень уютно, и поэтому эта луна взбесилась. И вот полнолуние, оно и так сильно влияет на людей, как вы знаете, а бешеная луна, она влияет вообще очень плохо, и поэтому люди сейчас могут быть слишком агрессивны, и даже говорят, что может увеличиться количество самоубийств в это время, и может быть даже кто-то из вас чувствует непонятную какую-то агрессию. Имейте в виду, друзья, что это
действуют так на людей полнолуние и бешеная луна. Ну, а я предупреждаю тех, кто не знает, потому что осведомлен, как говорится, значит уже вооружен. Поэтому будьте аккуратней в эти нехорошие дни полнолуния. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Ну и не поддавайтесь на влияние бешеной луны. А на этом, друзья, моя прогулка с вами заканчивается. Я желаю вам всем здоровья. Я желаю вам всем приятного времяпрепровождения. Увидимся еще на моем канале. Пишите отзывы, что вы думаете о том, что я вам рассказала, что вы хотите послушать еще, где вы хотите со мной погулять, в каких местах острова. Пожалуйста, пишите в комментариях все ваши мысли. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока.